Кинокомпания «20 век Холмс» представляет триллер «Пчела Баскервилей» или «Последнее дело доктора Ватсона». Добрый вечер, Ватсон. Да, как вы догадались, что это я, Холмс? По грязи на ботинках, Ватсон. Да я же почистил свои ботинки, Холмс. Да, но вы надели мои. И потом, что это за шляпа, что за конспирация, Ватсон? О, нет, это деконспирация, Холмс. Еще варианты есть? Элементарно, Ватсон. Вы надели эту шляпу, чтобы вас не покусали пчелы. А вот и дед Холмс. Впервые вас подвел ваш дедуктивный метод. Я надел эту шляпу, потому что они меня уже покусали.